Если вам нравятся эксперименты на кухне с самыми разными ингредиентами, тогда обратите внимание на этот интересный рецепт. Свежие овощи, нежные сердечки, пикантная морковь, ароматные специи класс. Чтобы полюбить субпродукты, иногда необходимо правильно их сделать и подать. Это блюдо как раз из тех, после которого вы наверняка полюбите нежные сердечки. Легкая заправка на основе сметаны и маринованный лук делают салатик пикантным и невероятно насыщенным. А морковь по-корейски добавляет особую изюминку. Я хочу показать вам, как приготовить салат с куриными сердечками и огурцом, от которого невозможно оторваться. Куриные сердечки 1 дробь 2 килограмма. Морковь 200 килограмм по-корейски. Огурец 2-3 штук. Сладкий перец 1-2 штук. Луковица 1 штука. Соль, специи, зелень по вкусу. Уксус 1 столовая ложка. Сметана по вкусу. Количество порций 6-1. Ингредиенты все яркие и аппетитные. Для начала вымойте сердечки под проточной водой. 2. Отварите их в подсоленной воде до готовности. 3. Пока варятся сердечки, нарежьте тонкими полукольцами лук, замаринуйте его в уксусе с водой. Добавьте щепотку соли и сахара. 4. Огурцы вымойте, обсушите и нарежьте кубиками. 5. Очистите и нарежьте сладкий перец. 6. Готовые сердечки остудите и нарежьте тонкими ломтиками. 7. Отправьте в глубокий салатник. Добавьте морковь по-корейски. 8. Туда же выложите маринованный лук, предварительно отжав его от маринада. 9. Добавьте овощи. 10. Посолите по вкусу, добавьте немного измельченной зелени и любимые специи. Можно присыпать салатик карри. Заправьте сметаной, перемешайте, и можно подавать к столу.